Его Величество Ягуар Соверин. Автомобиль с кошачьим характером или одна история полного возрождения. Автомобили этой марки олицетворяют в себе поистине настоящий британский спортивный стиль. Характерная черта этих машин – превосходные динамические характеристики при уровне комфорта, достойном автомобилей представительского класса. Машины еще со времен первой серии служили средством передвижения монарших особ и гонялись в самых престижных ралли, таких как Монте-Карло. Про автомобили этой марки можно рассказывать часами, однако нас заинтересовала история именно этого автомобиля. Вы спросите почему, и безусловно будете правы, но ответ на этот вполне логичный вопрос мы постараемся ответить чуть позже, а сейчас немного углубимся в технические характеристики. Эта машина 97 года выпуска, это последняя серия Ягуаров английских. Следующие модели это пошел уже Ягуар с производством Ford. Первым делом на Ягуар обращают внимание за счет его характерного стиля. Это обусловлено низкой линией крыши. На сегодняшний день среди европейских седанов представительского класса он является самым низким. Его высота всего 1380 мм, в совокупности с длиной 5 метров 25 сантиметров и проявляется силуэт, который невозможно спутать с другими автомобилями. Отметим, что в этом классе мало кто по высоте опускается ниже отметки в 1 метр 40 сантиметров. Второй момент – это силовой агрегат. Под капотом автомобиля скрывается мощный двигатель, который позволяет разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 8 секунд при снаряженном весе почти 2 тонны. Двигатель 250 лошадиных сил, объем двигателя 4 литра. Коробка автомат, расход по-разному, все зависит от того, как на педаль жать. Ну, бывает и 25. И 35 литров на 100 километров. Ну, при стандартной езде, при использовании круиз-контроля на дальнее расстояние, я думаю, там порядка 16-15 литров. Двигатель не форсированный, рядная шестерка, но, скажем так, это его и достоинство. То есть это очень надежный агрегат, миллионник. Вот такие внушительные показатели, но, как мы говорили в начале программы, нас помимо стиля, редкости и технических характеристик заинтересовала сама история этого автомобиля. Приехал я к своему другу в автосервис делать свою машину, которая у меня основная, и было у меня часа полтора свободного времени, ходил по двору, рассматривал машины, какие стояли, и в самом дальнем углу под деревом увидел сугроб из снега и листьев странной формы. Походил, разглядел контуры теперь уже моего автомобиля. Влюбился сразу в эту машину. Но процесс приобретения классики английского автомобилестроения был не так уж и легок, несмотря на то, что Ягуар был в очень плачевном состоянии. Николаю пришлось потратить полгода на уговоры старого владельца, чтобы тот в конце концов продал ему этот автомобиль. Ну, машина была, естественно, на ходу. Состояние, да какое может быть состояние у машины, которая 3 года стояла практически без движения? Плачевное у нее было состояние. Но симпатия к автомобилю взяла верх над ужасным состоянием. После приобретения выяснилось, что силовой агрегат по пробегу был довольно-таки свежим. Это, конечно, радовало владельца. А вот все остальное рисовало очень нерадужную картину. Машина 3 года стояла без движения. А в том регионе, где она эксплуатировалась, достаточно много
химии на дороге сыпет. Достаточно было. Все резинки пришлось менять, потому что они просто разваливались в руках. Внешний вид автомобиля оставлял желать лучшего. Мутная оптика, тусклая краска и насквозь безжалостно проеденные части кузова ржавчиной поставили перед владельцем цель полного восстановления его величества Ягуар. Ну, у меня есть большой опыт восстановления автомобиля здесь. Очень хорошие друзья профессионально этим занимаются. Честно говоря, у меня даже, когда я эту машину нашел, у меня даже не было мысли какой-то другой. Я уже четко знал, что я погоню ее восстанавливать сюда, в Кишинев. Но потому что здесь профессионалы высокого уровня. И знаю, что даже в мое отсутствие работы будут выполнены на высшем уровне. И таким образом легенда английского автопрома оказалась в нашей республике. Перед началом полного восстановления владельцам была поставлена задача перед всеми, кто должен был принять участие в этом проекте, что главное не сроки выполнения всех работ, а качественное и скрупулезное исполнение всех этапов ремонта. Начиная от первоначального осмотра и выявления всех проблемных мест, заканчивая финальной сборкой и запуском силового агрегата. Учитывая то, что меня здесь не было и не было возможности непосредственно самому контролировать ход работ, машина пробыла в Кишиневе 1.5 года. Но это с нуля. Она была разобрана практически до болта. И в нескольких сервисных мастерских делали различные работы. То есть шли по тому принципу, что свою работу должен делать профессионал, и каждую конкретную задачу делали в конкретном месте. Что же касается кузовных работ, то и тут, помимо обилия ржавчины, выявленной в самом начале реставрации, автомобиль преподнес немало сюрпризов, что привело к большим затратам, как материальным, так и техническим, для устранения всех приобретенных дефектов за все свое время эксплуатации Ягуара предыдущими владельцами. Выяснилось, что у нее была достаточно суровая судьба, то есть она догоняла, ее догоняли с разных сторон. И доходило до того, что приходилось снимать с автомобиля крылья передние, задние. Требовалась дополнительная рихтовка, чистка от шпаклевок всякого рода. Машина практически сейчас выведена в ноль без всякого рода штукатурных материалов. То есть это практически в оригинал. И только после продолжительного времени, проведенного автомобилем в процессе доводки всех частей кузова, а это составило примерно 1.5 месяца ручной работы по устранению всех дефектов и подготовки к покрасочным работам, владелец поставил новую задачу. Скажем так, основная задача была сохранить автомобиль в его первозданном, состоянии, то есть без серьезных вмешательств в узлы и агрегаты. И, конечно, на внешний вид очень влияет краска, которой покрашен автомобиль. Здесь все было непросто. Очень долго искал мастерскую, которая сможет сделать эту работу. Перерыл интернет, разобрался, какие цвета были использованы при покраске подобных автомобилей этого года выпуска. И день-полтора мы еще с мастерами согласовывали цвет этой машины. Сейчас он максимально близок к оригинальному.